Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день, Чумарин Игорь, консультант по предотвращению потерь. Очень заманчиво. Скажите, пожалуйста, вы были спикером сегодняшней нашей бизнес-сессии. Расскажите, пожалуйста, о теме, которую раскрывали, что было интересного. Я в большей степени сегодня выступал не в качестве спикера, а в качестве модератора сессии по предотвращению потерь и безопасности в торговле, которая, кстати говоря, прошла первый раз за 7 лет жизни недели ритейла. Замечательно. Насколько жарко проходили споры? Были ли какие-то альтернативные мнения, несогласные люди и так далее? Или все было мирно, гладко и, в принципе, все участники рынка смотрят в одну сторону? Мирно и гладко было, но при этом было жарко, спорно, было дискуссионно. И много всего интересного мы, во-первых, услышали, во-вторых, еще и были острые темы, на которые мы подискутировали. Одно дело информация, другое дело, конечно, мнение участников, которое не всегда совпадало с мнением спикеров. И в целом вопросы, и вообще тематика предотвращения потерь, она довольно творческая и довольно дискуссионная во многих своих вопросах. Начиная от того, что можно отдавать на аутсорсинг, чего нельзя, как с этим жить потом, если отдали, и вообще в целом, нужно ли подразделение или служба безопасности в торговой компании, если по большому счету можно многие услуги получать извне. Хочется немножко поподробнее, может быть, какую-то тему, ваше мнение на этот вопрос? Мое мнение? Мое мнение должно быть таким, скажем, с одной стороны конструктивным, с другой стороны мнением непредвзятым должно было быть там, когда мы разбирали эти вопросы на сессии, потому что я за какие-то, значит, идеи или против каких-то идей, конечно, я задавал свои вопросы провокационные на правах модератора выступающим. Например, у нас было два интересных выступления. В самом начале они прошли. Это «Магнит» и «X5». Представители этих двух торговых сетей выступали о том, говорили, какие у них концепции предотвращения потерь, как они управляют потерями, чего они добились за последний какой-то обозримый срок. И в целом это было крайне интересно слушать, не только мне, как специалисту, но и всем тем, кто находился в зале. Там были разные люди, и не только это были специалисты по безопасности. Потому что были озвучены инструменты, было понятно, куда лидеры розничного рынка идут в этой непростой сфере своих бизнес-процессов, связанных с предотвращением потерь. В общем, в целом было очень интересно. Но это было только в начале, потому что потом были затронуты разные другие вопросы, касающиеся аутсорсинга, опять же, повторюсь, каких-то функций безопасности, которые можно передать на аутсорсинг. Было очень интересное выступление финансового директора компании «Самокат», одной из самых быстрорастущих компаний в своей сфере деятельности, который попытался рассказать нам, у него это получилось задорно и весело, и здорово, как можно управляться потерями, не имея вообще службы безопасности. Вот. Все это было, конечно, неоднозначно воспринято публикой и аудиторией, и это было довольно жарко на самом деле. В спорах рождается истина, а в жарких спорах жаркая истина. Это замечательно. Спасибо вам большое. Я надеюсь, до встречи на следующей выставке. И надеюсь, ритейл-рынок постоянно будет расти и развиваться, в том числе и благодаря вам. Спасибо большое. И благодаря тому, что мы снижаем потери. Спасибо.